одна проблема, которая в Сибири произошла, меня она жутко мучает, она все время не дает мне покоя, потому что я понимаю, как есть игрок, к которому у вас отношения особые, это правильно. Да, и оно у нас уже сложилось, у меня с ним очень хорошие отношения, и он уже становится практически легендой Новосибирска, и его уход оказался несколько скандальным, неприятным и не очень понятным. И я везде заявлял, что мы, пусть, может быть, формально, но должны вернуть все права на этого игрока. Речь идет о Тарасенко, да, помните? И я могу вам сказать, что я немножко забегаю вперед, но я просто, это просто та аудитория, которая хорошо знает проблему. Я могу сказать, что с 1 мая права такого Тарасенко возвращаются к клубу. Приятно. Не знаю, что он принять играть, конечно, будет нам заблудиться, дай Бог ему здоровья, но вот это моральное для меня, вот это нож, я просто буквально сбросил себя и не мог сдержаться, поделился с вами этой радостью. Так что, ребят, спасибо!